Я давала видео еще раньше про энергетические мудры. Ну, это как бы пальцы-антенны у нас, я также считаю. Вы можете их найти на канале. Я их называю N-мудрами. Вот я как бы получила письмо, но это, правда, уже давненько получила. Здравствуйте, хочу рассказать вам, Вера. Вы давали видео о энергетических мудрах. И я недели три каждый день делала мудру на зарядку энергии и на счастье. Недели через три бросила это занятие. Результата-то не было. Я понимаю, что не все быстро бывает, но хотелось бы счастья хоть чуток. А вчера на нашей организации вдруг дали большую премию каждому. А я начальником отдела работаю. Так нашему отделу больше всех дали. Сказали, что именно благодаря нашему отделу и была большая прибавка на организации. Мы, конечно, отпраздновали это. И я купила на эту премию спальный гарнитур. Давно мечтала. Завезли мы гарнитур, расставили, сестра с мужем пришла посмотреть, а она завистливая и говорит: «Вот счастье-то привалило, нам бы такой гарнитурчик». А я себе: «Стоп, счастье, значит, привалило. Теперь я каждый день буду все энергетические мудры делать, значит, помогают они. Спасибо вам, Верочка, за вашу работу и обучение». Светлана Савельева из Екатеринбурга. Ну, вот, в общем-то, вы можете меня найти на канале эти два видео, где я, в общем-то, показываю, как делаются N-мудры.